Ну что, господа хорошие, вышло демо вышло. Давайте смотреть, а чем же оно отличается от 15-14 сезона. Как только я запустил, мне сразу додалось поиграть с Реалом и Барселоной, так сказать, устроить Эль Классику. То есть без спроса, без ничего, они просто запускают в начале матч. Причем мне дали сразу играть за Реал Мадрид. А вот. Счет закончился, по-моему, в мою пользу или в Барселону. Ну, компьютер стал очень быстро клепать голы. Механика игры очень сильно поменялась. Графика. Именно лица у некоторых футболистов стали хуже, у некоторых футболистов стали лучше. Но, по крайней мере, Криштиану Роналду теперь какой-то пластилиновый хрен. Он и так намазанный гелем человек, когда на футболе смотришь, на него вначале как будто какая-то модель выходит, а не футболист. А здесь он вообще какой-то пластилиновый. Мне чем-то, кстати, это пес напомнило, потому что в прошлых сезонах пса, там именно Криштиану Роналду, все футболисты выглядели какие-то пластилиновые. Может быть, это из-за новой фигни, я не знаю, как она правильно называется. Теперь, когда лица футболистов немножко вот они смеются или там делают что-то, вот это сморщится вот так вот. Видно, как на коже, кожа вот как вам объяснить-то. Ну, в общем, это сейчас все увидите. Вот если он смеется, у него вот появляются морщинки вот эти, вот знаете, они прибавили как бы на этот движок еще присобачили вот эти морщинки. А так в целом выглядит красиво, очень даже слишком как-то. Как будто, знаете, все футболисты теперь бегают под макияжем каким-то. Может быть, это из-за того, что женскую сборную, конечно, ввели, потому что там же девочки и все такое. Я не знаю, кстати, на самом деле, девчонки, которые играют в футбол, они, ну, там макияж наносят, все это дела перед тем, как выходят на поле, понятия не имеют, честно говоря. Может быть, теперь и типа этим моделькам, и тех моделек-то как бы приравняли, но сказали, что физически и в технологическом плане это все стало другое. Заходим сразу, что нам нового предлагает Фифуля. Фифуля нам предлагает дриблинг без касания. Действительно, дриблинг стал какой-то другой, все как-то по-другому. Вообще, вот я уже сколько играю, уже получается третий сезон подряд в FIFA, с 14 начал, и он в 14-15 FIFA приблизительно одинаковый. Здесь он, ну, как-то по-другому. Как-то вообще по-другому. Не то, что новые какие-то фишки придумали, а просто переделали как-то. Ну, вот, в общем, идеальное завершение. Нанесите резечь удар как настоящий профи благодаря улучшенному положению стопы, лодыжки. Ну, в общем, да, вот эта вот вся фигня, она какая-то вот без мяча игроком теперь как-то можно по-другому. С мячом игрок себя как-то чувствует по-другому. Ловкость в защите. Эту штуку, про которую очень много говорили, они переделали защитников. Я Марсело немножко попадал и скажу, что теперь защитники могут... Если, смотрите, если в 15-й фифе, к примеру, бежит нападающий на полной скорости, вы защитником делаете подкат, у нападающего есть пару секунд на то, чтобы сделать, например, дриблинг и еще дальше уйти. Защитник теряет в плане скорости очень многое. И это было в начале, помните, когда только FIFA 15 появилась, ну, Джон Терри, да, все вот на этих центральных защитников, все очень много грешили на то, что, ну, во-первых, им скорость бега не очень сильную дали. То есть в жизни-то, посмотрите, тот же самый Марсело, там, например, да, Жерар Пике, они довольно очень такие большие, но, несмотря на это, они по скорости не уступают нападающим. Так и задумано, в принципе, они должны догонять нападающих. Влепили им очень низкие скорости, из-за этого тот же самый Джон Терри там и все такое, который с 34, или сколько у него там скорость бега, они просто тупо либо делают кривой подкат, и ты все, и ты не можешь догнать этого нападающего, тебе нужно, чтобы какой-то правый или левый защитник, потому что они быстрее, ими как-то реагируют на это и как-то выкручиваются из этой ситуации. Теперь же защитники более умнее. Защитников появилось, вот если у нападающего есть дриблинг, финты и все такое, теперь у защитников есть вот этот вот момент, который мы читали до этого, он теперь без мяча более ловкий. То есть защитник теперь может нападающего обманывать. То есть теперь какие-то, я не знаю, какое сочетание клавиш, там еще что-то. Там, например, ложный подкат, еще что-нибудь. Теперь такое изобразить все можно. То есть это новая фишка. В 15-й FIFA реально не было, потому что там очень дебильные защитники были. Здесь, я надеюсь, такого не будет. Но в целом я сделал три подкатов подряд. В принципе, не так потерял скорость, как в 15-й FIFA. Вот.
В общем, защита мне реально понравилась. Так, тренер FIFA. Ну, это больше для нового поколения, для поколения, которое только приходит в FIFA. То есть, это режим обучения прямо в матче, прямо во всем. Вы только нужно нажать на одну кнопку, и все, и вам показывают, каких моментах, какие кнопки вы можете нажимать. Для новичков это, я думаю, очень удобно, потому что, когда я приходил в FIFA, нужно просто было учить все, ну, вообще, как бы самому, и сейчас вообще просто адаптироваться к FIFA очень легко стало. Может быть, и знаете, почему у меня такой вариант, почему они это сделали? Потому что ввели женские сборные, девочки придут играть, и, так сказать, может быть, ради этого они решили упростить, точнее, не упростить, а подсказать и девочкам, так сказать, как играть за девочек, как бы это странно ни звучало. Вот. Так, ну и новые возможности, естественно, это женские сборные, их тут, по-моему, 11 штук, а нет, 12, 12, теперь в игре 12 сборных добавлены, а карьеру за женскую сборную, ой, за женскую сборную, за женскую карьеру не будет в игре, я так понял, и можно будет только товарищеские матчи, и только между женщинами, мужчины с женщинами не могут играть, вот, и мне больше интересна вот эта механика, естественно, мы сначала сыграем матч за мужиков, потом попробуем за женщин и, собственно, сравним, а реально ли они сказали, что за женщин они переделали физику, они переделали механику игры женских этих самых. Давайте смотреть, какие страны. Италия, Германия, Австралия, Канада, Англия, Франция, Америка, Швеция, Италия. Ну, в общем, вот такие вот страны. Сейчас посмотрим побольше. Ну и, собственно, нам предлагает... Абсолютно пишут, что абсолютно новая игра в самом популярном режиме FIFA. Полностью абсолютно новый, я бы не сказал бы. Просто это 15-й FIFA с очень гигантским дополнением. В плане графики особо много не изменилось. В плане механики изменилось на процентов 40 точно. Играть совершенно на поле по-другому стало. Ну и предлагают, естественно, купить FIFA. К счастью, я уже приобрел, то есть жду своего предзаказа. 23-го, я думаю, ну, написано в магазине 23-го, что я ее уже получу. Когда ее будет, она мне доступна в Ориджине. Надо посмотреть в Ориджине. Ну, думаю, надеюсь, что тоже 23-го она мне будет, собственно, доступна. Вот. Ну и вот такие вот здесь тоже есть. Везде, видите, купить фифу. Вот единственное, что они собачили. Про режим Ultimate Team, точнее, это не обрезанный Ultimate Team, это режим фудрафта, всего лишь одна там миллионная, что будет в Ultimate Team, то есть такое фудрафт. Сегодня, кстати, я проводил стрим, и кто-то из чата писал, что я сегодня попробовал, так сказать, Ultimate Team в режиме демо. Я такой подумал, ну, блин, вроде бы до этого полноценный Ultimate Team не добавляли в демо, и такой сейчас вот захожу, читаю, Фудрафт, реально. Фудрафт, ребята, если никто не в курсе, это новая фигня, которую они придумали в Ultimate, в режиме Ultimate Team. Например, что это такое? Мы выбираем полностью команду из любых футболистов, то есть создаем ее сами, вот, и играем с такими же людьми, которые точно таким же делом занимаются, точно так же собираются, играем между собой, и кто выигрывает, зарабатывает монеты. На монеты, естественно, вы знаете, что делать, мы покупаем карточки и так далее. Вот, в режиме Ultimate Team тоже очень много нововведений, те же самые карточки теперь выглядят по-другому. Что там еще изменилось? Так, карточки выглядят по-другому, более удобная сортировка карточек там и так далее, тому подобное. В общем, это тоже очень важно, потому что с этого сезона я все-таки думаю начать снимать, может быть, Ultimate Team, потому что в 14-15 я не снимал Ultimate Team. Вот, например, если брать 14 сезон, это были сплошные навесы, 15 сезон меня читеры замучили. Вот, посмотрим, что будет как в 16-й. Хочу всегда сказать, 15-й уже привык. Так, ну что тут? Ну, стилизацию мы сразу наблюдаем, да, что у нас какая-то абсолютно другая стала. Вот, длительность тайма нельзя выбрать. Выберем, например, профессионал, скорость игры такой же. Мяч мы тоже не можем выбрать. Тут еще, на самом деле, я знаю, что я уже много играю в FIFA, тут должно быть очень много настроек, но в демо они это все, естественно, убрали, чтобы, так сказать,
урезать. Я думаю, в плане графики они тоже на самом деле много чего не, еще не прихерачили. Так, это камера у нас. Ну, в камере я пока ничего не помню, не делаю. Вот, например, профи вне сети. Здесь ничего настраивать нельзя. Ну, в общем, все выглядит пока так. И это все по умолчанию, кстати, я не стал ничего менять. Вот, потому что я помню уже, как я в 15-й настраивал. Здесь тоже в отображении много чего недоступно. Вот, тоже ничего не буду не трогать. Правила я все руками, там все сайды, карточки, травмы, по-моему, все так и было. Да, выключил я комментаторов, послушал я их, английские комментаторы только доступны, послушал я их. Я их 15-й не слушал, и вы знаете, что я записываю FIFA, и мне они вообще не нужны, я их постоянно включаю. Даже уже не помню, как они слышатся в 15-м сезоне, даже не помню, как в 14-м сезоне, не вообще слышится, в 14-м я тоже вырубал. Вот, ну и музыку, естественно, я выключил, чтобы не иметь проблем с авторскими правами. Естественно, если вы хотите полностью музыкальный трек прослушать в FIFA, лучше погуглите. Вот, настройки какие-то тут, вот, компьютеров, все так далее. В общем, основа управления. Вот, здесь много чего нового появилось. Вот я не понял, я испугался слова «большие финты без касания», то есть теперь без мяча, вот эти уже новые фишки придумали. Теперь вот к этому придется привыкать. Теперь левый борт. Так, где у нас левый борт? Вот здесь у нас левый борт. Вот левый. Вот он левый борт и правый борт. То есть вот эти две кнопки верхние нужно будет нажимать и делать какие-то финты без касания. Либо я не понял, это с мячом или без мяча. В общем, теперь очень много, походу, надо либо привыкать. Ложный удар также делается. Ну, в общем, прибавили, походу, типа без мяча новые фишки. В общем, чего много стало. А, что еще хотел показать? Вот. Нет, это, по-моему, не здесь. Не здесь, не здесь, не здесь. Так, это калибровка изображения. Там яркость, по-моему, цвета и размер окна. Но это вам не интересно. Конфиденциальность, они новую штуку сделали, хитрюки такие, чтобы типа FIFA сама отправляла, то есть они как тестеров не заявили, а сделали вот такую фигню, чтобы автоматически можно принять, чтобы мониторил на вашем компьютере и отправляла все ошибки, которые у вас возникают, автоматически на сервера Electronic Arts, а там уже, так сказать, разработчики все сами делают перед выпуском нового патча, то есть немного перехитрили систему, то есть никаких тестеров не вызывали, денег не платили, а теперь будем вот таким образом улучшать FIFA. Ну что, начнем с быстрого матча. Так, ага, изменения, по-моему, все такое. Ну, стилизация, на самом деле, мне нравилась больше в 15 FIFA, такая темная. Вот, а чуть мне женщины. Так, у нас есть остальной мир и женщины. Давайте, нет, женщину мы на второй оставим, на первую мы возьмем клубы. Так, у нас, как нам в демо говорили, несколько клубов. Нифига себе, смотрите, они PSG дали 5 баллов, 5 звезд в этом, в 16-м сезоне. Так, мировая лига, а другую выбрать нельзя, наверное, да? Так, ну, давай, смотрим, 5, Реал Мадрид, 88-86-82. Так, это кто такой Real Place? Это, по-моему, одна из английских клубов, вроде бы, наверное, да, потому что я знаю, что много новых сезонов стадионов добавлено английских в этот самый, в FIFA. Наконец-то они это стали делать. Так, Дортмунд и Боруссия, Магладах какой-то, наверное, немецкий, Челси, Барселона. Ну, естественно, я беру Барселону, естественно, придется мне брать, наверное, нет, я возьму Челси. А Ювентус что, нет, что ли? Вроде А, нет, это Интер, а где Ювентус? Подожди, что, Ювентуса нет? Я хотел с Ювентусом сыграть. Блин, придется мне тогда с Манчестер Сити играть. Потому что с Реалом-то я уже сыграл в начале, по умолчанию, да? Нет, нельзя, видите, женскую выбрать. Жалко, было бы здорово. Может быть, кстати, моды какие ведут. Так, ну посмотрим. Новая барселонская форма. Либо это желтая форма. Очень много мыла в демо вижу. Я очень много вижу мыла в демо. Значит, что они не используют на полную мощность графику. Она будет только в оригинале. Но это хитрый ход. В 15-й FIFA они пошли абсолютно таким же ходом. Очень было много багов на этом новом движке. А когда вышла сама FIFA, все это быстро исправилось. И все стало выглядеть просто великолепно. Вот. Так что я думаю, в этом году они поступили все так же. Так, ну, Манчестер Сити. У Манчестера такая прикольная форма. Вот эта вот, мне так нравится. Вот эта вот форма просто обалденная. Так, выберу вот эту форму. Давайте смотреть, что тут нового. Выбор сторон, настройки геймпада. Все какое-то такое бабское стало. Еще бы розового цвета здесь добавить. Не знаю, мне больше темный цвет устраивал. Вот. Так, управление
командой. Такой же, я смотрю, через Y по рекомендации, да. Драфты. Драфты, по-моему, у некоторых команд остались еще того сезона. Они сказали, что в демо в некоторых командах будут того сезона, а в оригинале, когда уже полностью 23-е наступит, там, да, FIFA выйдет, уже все драфты будут реальные. Вот. Ну и вы знаете, что драфты контролируются с помощью обновления. То есть вы зашли в игру, игра сама обновилась, драфты обновились. То есть обладатели лицензии, я думаю, меня понимают. Вот. Так, ну что у нас тут с Варусом? Ну, это тройку мы менять не будем. Иньеста. Эх, вот здесь вот не хватает нам Хави-то. Хави, как нам не хватает. Да, ребята. Давайте смотреть, сколько дали Месси. Месси дали, по карточкам я смотрел, Месси дали 94. А Криштиану дали 93. Ну, потому что Месси в этом году выиграл Лигу Чемпионов. Я лишь думаю, только поэтому. Вот. Так, Терштегену дали 82, Браво 84. Интересно. Ну, наверное, потому что Браво выиграл этот самый Кубок Америки, да? Так, или что он там выиграл? Так, Альба. Ну, давайте такое. Так, схему посмотрим, появились ли новые схемы. А, вот теперь, смотрите, появилась какая-то, вот, например, 4-3-3, ложная девятка, атакующая. То есть, смотрите, появились защитные, удержания, то есть, специально под тактику, ромб. Довольно очень много новых, интересных стратегий можно найти. Ну, также вы знаете, что можно редактировать самому. Это очень круто. Ой, не ту кнопку нажал, возвращаемся. Так, а как теперь... Ага, так же, да, смотреть. Давайте посмотрим, давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Ну, все ноги у него на 4 звезды. Так, бегун мастера... Ох, ему что-то прибавили, по-моему, сбалансированный нападающий. Смотрите, по-моему, ачивки, или как они там, перки, называются. По-моему, некоторых таких у него перков не было в 15-м сезоне, если я не ошибаюсь. Надо будет глянуть обязательно сейчас, вот когда, если я буду сегодня в FIFA играть, обязательно гляну. Точный удар, игрок одного клуба, командный игрок. Ага, так, ага, здесь в амплуа все так же, выбрать капитана, ну все так же, а почему Иньеста, я не хочу Иньеста, хочу Месси, так, задача, так, все так же осталось, вот это выбираем, да, я понял, тактика, все так же, давай на контратаках и длинных пасах играть, давай на контратаках, ну все так же, посмотрим, как свою тактику делать, так. Ну, все так же, стрелочками влево-вправо. А ничего здесь не изменилось. Так что выберем контратака. Изменений в плане тактики не особо много, настройки своей команды. А, карьера будет очень интересная. Там появились индивидуальные тренировки для своей команды, для каждого игрока. Так, вот здесь смотрите, смотрите, что можно делать теперь. Анонс матча смотреть, то есть, что тут значит. А они прибавили много различной статистики. Теперь про каждого футболиста должно там что-то писаться, про команды, когда они с друг другом встречались. Ну, очень много новой статистики ввели. Вот, кстати, 4 минуты всего менять нельзя. Ну, и здесь можно смотреть состав. Интересно, интересно, девки пляшут. Поехали на поле, посмотрим, как это все выглядит. Так, что это такое? Удар бронза. Месси, сила удара, точность. Инструкции. Ага, пробить. Кстати, вот по поводу сейчас говорил индивидуальных тренировок, вот они будут выглядеть вот почти таким же образом. То есть мы сначала назначаем там как-то, а потом вот входим в этот режим, он как вот перед матчем, и начинаем пробовать. Так, пробить в открытую область поворотом. Давай попробуем. Ух ты. Не попал. У-у-у-у-у. Полет мяча стал, вот я не говорил, полет мяча стал вообще другим. Он вообще как-то физика мяча, вот этот полет, он стал вообще летать другие. Говорили лонгшоты другие, согласен. Лонгшоты стали вообще вот он летит по-другому, мяч вообще по-другому. Не как в 15-м сезоне, вообще по-другому, ребят. И наблюдение игрока за мячом. То есть теперь футболисты чувствуют себя как в реальной жизни. Они смотрят за мячом по-другому. Вообще по-другому. Ну что, на Бернабеу будем играть без Реала. Болельщики более-менее стали реальные. Выход, по-моему, абсолютно такой же, как и в
15-м сезоне. На Бернабео был абсолютно такой же. Смотрите, они почти пластиковые. Особенно вон тот парень лысый. Газон, по-моему, такой же остался с 15-го. Цифры другого цвета. Стилистика. Сейчас про стилистику тоже, я думаю, успею рассказать. Она теперь присуща каждому чемпионату. Они везде одинаковые. Агуэро против Месси. Сколько навосов в последнее время развелось, да? О, у нас украинский судья будет судить. Интересно. Никогда не было украинских судей. У меня очень сильно кричит игра прям в уши. Очень сильно кричит прям в уши, ребят. Я этих болельщиков сделаю сейчас, найду потише. Потому что они мне прям кричат. Жуть как в ухе. В ухе кричат. Ну реально не было судей таких. Так, сделаем болельщиков немного потише. А то они прям вообще разорались там. Ну чё, давайте смотреть. Вот, кстати, режим тренера. Здесь можно выключить, включить. Ну или на кнопку на правый грибок. Так. Ну так, более-менее. Поехали. Да, ребят, они даже бегать стали как псе, что ли. Или как-то, я не знаю, как-то так это все выглядит. Но теперь вот этот контроль без мяча, все вообще как-то непривычно. Вот вообще, вот я сейчас бегу им. Вот Алвес. Как-то вообще, ну я не знаю. Хз, может быть непривычки. Может быть непривычки, пока не знаю. Но бегать-ка они, конечно, как-то по-другому стали. Раньше то ли не ускорялись быстрее, то ли, мне кажется. Опа. Алвес, Месси. Оп, как Месси. Вот, и прострелы появились какие-то другие. Видите, заметили, когда Месси подал мяч, мяч полетел совершенно не как в 15-й FIFA. То есть, еще раз повторю, что мяч издалека теперь летает вообще по-другому. Они очень... Ого! Ни хрена себе! Это что сейчас было? Теперь так можно делать. И модельки с этой камеры стандартные игроки стали, по-моему, чуть меньше. Чуть меньше. Вот. От вратаря все так же выглядит. Звуки по мячу стали немножко чуть-чуть другие. Лионель Месси. Ой, что можно, смотрите, вот видели, что я сейчас сделал? Сейчас РБ, РБ, ЛБ, РБ. Вот, смотрите. Блин, сейчас мяч надо отпустить от себя и показать. Вот, видите, он забегает за мяч, то есть обманывает защитников. Теперь вот так вот можно делать. То есть зажимаете две кнопки и вот так вот забегаете, допустим, за мяч. То есть вот эта вот фишка без контроля, без мяча. И с мячом теперь по-другому стало работать. Вот, у защитников там как-то тоже какие-то свои фишки прибавились. О, Суарес. Так, ух ты, нифига мяч от себя теперь отпускать, насколько можно. А чуть-чуть, как в 15-й FIFA, разве нельзя такого делать? Алвес. Ну-ка попробуем защитниками это проделать. Ах. То есть обманывать таким образом телом защитника можно. То есть применений к этому будет очень много. А к этому придется привыкать. Ого. Интересно. Ракитич мимо. Вот, Пике, Жерар, нет, не успел добежать, хотел просто посмотреть, как теперь защитник. Не, они бегают медленнее, по-моему. Интересно. Но теперь вообще вне контроля, надо все это контролировать. С одной стороны, не даже боюсь, это на пользу сыграет или не на пользу сыграет, не знаю. Так, отлично, Иньеста. Пас на Суареса. Обманку делаем, делается так же. Но обманка теперь быстрее делается. В плане вот этой быстрой. Сейчас попробую долгую. Это с полным разворотом назад.
Надо только мяч получить. Эх, Суарес, Суарес. Суарес, Суарес. Ох, как Штеган у нас. Искусственный интеллект вратарей. Говорят, поменяли. Как красиво все стало, да? Немножко вот этих анимационных роликов, картинок добавили, конечно, они. Прибавили. Штеган забрал. Так, Иньеста. Дальше. Неймар. Играет вперед. Да блин, как мяч медленней. В смысле, ближе. Вот игра головой. Чё-то я побаиваюсь, что он как-то легко дал защитник мне головой ударить. То есть не вернется ли 14-я FIFA в 16-ю? И не придут эти нагрёбаные навесы, про которые, я не знаю, все про них говорили. Никому они не нравились. Лионель Месси. О, как видели сейчас? Сейчас попробую. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп, обманываю их, видите как? Ну, то есть теперь реально как-то с помощью этой новой фигни можно... Ого, это не был штрафной, в 15-й был бы уже свисток. Так, Суарес играет вдали от мяча. Приходится две кнопки теперь зажимать, чтобы эту всю фигню делать. Немножко, что ли, неудобно. В общем, новые эти пак. Пока непонятно, на пользу они придут или нет. Но мне больше страшно вот этот был навес, который был в центровую зону. И удар головой был очень легко произведен. В 15-й прям вообще не дают. Как бы вообще не дают навешивать. Вот здесь мне что-то как-то пока стремновато. Боюсь я за это дело. Блин, ну это без меня, без мяча теперь вообще мне нравится. Фигня. А как? Вот смотрите, навес, видели? Навесы теперь идут очень быстро. Желтая. И они, смотрите, теперь записывают. А, еще забыл сказать. Смотрите, они теперь спорить начинают. А раньше они не спорили. Судья, сейчас все начинают, смотрите, спорить. Причем это долго происходит. А, ну, увидели, да, навес. То есть он подкат очень быстро теперь делает. Теперь три подряд реально подката очень легко сделать. Вот. То есть защитниками теперь игра совершенно по-другому как-то стала. Месси. Да, к физике, слушайте, надо будет привыкать. Забрасываем. Сейчас я еще раз попробую навесить. Ух ты, а что это он мимо пробежал? Неймар. Навесить не дал. Сейчас еще попробуем. Месси. Неста. Ракитич. Неймар. Неймар. Вбегал, вбегал. Почти вбежал. Не знаю, вообще как-то по-другому играешь, как будто по-другому. Хотя вроде бы движок, все то же самое, но из-за этих новых фишек непонятно пока. Опа. Суарес. Видели, защитник что сделал, да? То есть теперь можно вот так вот делать. То есть он его ударил... Или что там было по ногам, а Суарес такой запнулся в его ногах. Да ё-моё, как они мяч контролируют. Ракитич. Играет на Неймара. Неймар не получает мяч. Да, дриблинг теперь стал вообще, короче, просто на... Устают игроки как-то просто по-адски. По-моему, в 15-й они как-то по-другому немножко уставали. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не прострелилось. Так, все так же стратегия, смотрю, управление. Да, длинный пас, владение мячом. Все так же, как в 15-й осталось. Ракитич. Один почему-то тут. Ну-ка. Как можно теперь мяч, то есть в другую сторону посылать? Интересно. Интересно сделано. Вот это меня убивает, что теперь так от себя мяч далеко можно отпускать. Терштеген. Алвес. Играет на Месси. Месси. Суарес. Хорошо, Суарес. Ух. Слушайте, не, я к этому привыкну, конечно. Это очень здорово, на самом деле. Особенно, когда ты играешь за одного игрока. Я думаю, в этом плане будет
Очень так играбельно и смотрительно особенно будет тоже посмотреть. То есть они в статистику даже добавили, если два футболиста с друг другом, как Криштиану и Месси, конкурируют, то подводят различную статистику, когда, кому они сколько забивали, в какое время, там, даже комментаторов к этому подключают. То есть очень в этом плане интересно, то, что у меня здесь делает Жерар Пике в нападении. И они обещали игру в центровой зоне, походу. Центровая зона, смотри, симулирует, валяется. Они сказали, что типа будете теперь играть больше в центре. От этого будет вообще вся игра будет зависеть. Вот. Уход игроков, смотрите, все выглядит абсолютно один в один, как и 15-е. Даже всю анимацию, по-моему, такая же. Да, абсолютно вообще. Да, вот они руками шлепнулись, пошли. Окей. Оп. Один тут такой гуляет. Интересно. Очень интересно, они устают очень быстро. Конечно, это, наверное, потому что 4 минуты стоит, мне, скорее всего, кажется. Но не должны они так. О, как, Неймарища. Неймарища. Неймарища, Неймарища. Первый тайм, да? Неплохо. А ну как уходит с поля. Смотрим. Ну так же, так же. Ну, возможно, есть какая-то А, нет, вот смотрите. Месси теперь у нас с татухами. Уходят иногда по-другому. Должны, вроде как, должны вот чуть-чуть по-другому уходить. А то же самое повторительные моменты. Статистика такая же. Ага, что дальше? Так, согласиться на ничью по пенальти. Классика. Давай классику. Фернандиньо, Сильву меняют. Теперь на замене показывают нам. Окей. Сильва так Сильва. Сейчас мы тоже кого-нибудь поменяем. Зрители, ну, немножко пореалистичнее стало. Видели, какой я сейчас подкат сделал? То есть он едет прям по газону. Если со скоростью, он прям ехал. В этом есть свой плюс. Сейчас издалека посмотрите. Вот, смотрите, мяч летит вообще... вообще по-другому. Он теперь как будто легкий-легкий-легкий. Вообще жутко легкий. Если в 15-й его запускаешь как какую-то, я не знаю, тяжелую торпеду, то здесь он вообще какой-то такой чувствует легкий, такой прям как пушинка. Сейчас Месси попробуем. Вот, видите? Он такой... Вим! Как пушинка полетел. Теперь, наверное, вратарем сложнее играть. Если ты в 15-й там у тебя есть шанс, момент успеть. Может быть, здесь вратарями теперь легче. Но в плане того, что он же быстро летит. Теперь показатель же скорости не так важен для футболиста. Как это было в 15-й. Оп. А ну еще что-нибудь. Давай покажи. Блин, как мне это нравится. Ну вот эта штука. Контроль мяча. Тики-така. Ракитич. Стояли, пинались, и ничего из этого у нас не вышло. Слушайте, ну, я не знаю. Мне пока что мне все устраивает, в принципе. Вот сейчас навесы. Нет, хотя вроде бы как в 15-й. Ну, что-то мне подозрительный тот навес был, когда я пробил поворотом. Что-то какой-то был подозрительный такой. Так, надо сделать замену, я всю замену не делаю. Так, заменим Ракитич, естественно, на Рафиню и желтое. Так, выпустим Марсерано. Пока что место оставим. Хави, Хави, как не хватает нам Хави. Все, только я замены произвел. Сейчас второй дополнительный побежит. Все на месте-то показывает. А волосы, волосы, видели, стали волосы шевелиться. Так, и пот появился, кстати. Все, у нас замены. Сейчас, может быть, успеем гол забить. Всех в нападение, в суператаку отправим. Блин, он катается медленней.
А вроде бы легкий такой мяч, но катается вроде бы медленней. О, слушайте, появилась вибрация теперь, когда при нарушении. То есть, если происходит жестко или какое-то сейчас было нарушение, в спину я его толкнул. У меня завибрировал геймпад. Рафиня. И удар. Набить! Ого, что за куча мала тут. Но в целом мне нравится. Мне нравится. А ну пробьем, попробуем. Вот сейчас смотрите, зажму на полный, посмотрим, как мяч полетит. Видите, пушок такой полетел. Даже не долетел. В 15-й бы он вообще перелететь мог бы. Что говорит, в принципе, о дальних ударах очень будет сложновато делать. Жерар Пике. А, Иньеста сдох. Нет, Иньеста ногу свело. Надо бы его тоже заменить, но я не буду. Вдруг пенальти. Рафинь, отними мяч, пожалуйста. Ну, подкат. Ох, как видели, видели, видели. Как теперь кататься далеко можно на полной скорости. Вот это мне нравится. Не, ну только не красная. Смотри, судья теперь записывает. Неймар защищает. Вот это интересно. Смотрите, как сколько я проехал. На жопе. Это ж теперь сколько на жопе-то это с защитником можно кататься. Интересно, у девушек как это выглядит. Все, это будет пенальти, да? Это будет интересно. Заодно вратарем попробуем, как оно будет вообще. Так, у нас... Ну, так и оставим. Я думаю, менять не стоит. Давай посмотрим, как пенальтишка будет. Суарес у нас первый. Бунтарь наш. Гол. Так. Управление, по-моему, такое же вратарем. Отбил. Неймар. Тот же угол бьет. Тора-я-я. Давай, куда? Влево, влево, влево будет бить. Да, я угадал. Ха-ха-ха. Месси. Но тут ты должен точно не промахиваться. Легко. Еще ни одного мяча Терштега не пропустил, и нам зацикливаются на вот этом именно ударе. Интересно. Интересно, девки пляшут. Не, вот это пропущу, вот это пропущу. Момент на зрителях показывает. Иньеста расходится. Кстати, ой. Закрутка, конечно, как-то по-другому стала работать. Что-то хотел сказать. А, этот ползунок стал очень быстро шевелиться влево-вправо. Забалета. Давай, влево будет бить. Отбил. И Барселона побеждает. Ух ты, смотри, теперь вратарем бежит вся команда поздравлять. Нифига себе, смотрите, сколько их. Офигенно, вот это классно. Слушайте, а может быть даже интереснее будет играть за вратаря в этом сезоне. Что-то надо будет попробовать. И Терштеген такой, ух. Сколько болельщиков, смотрите. И эти запасные игроки повыходили, все повыходили. И акцент нам делают на Терштегене. Камеры все, да? Лео Месси, смотрите. Ходит там. Свою народу тут сколько повыходило на поле. Офигеть. Так, посмотрим, как они сейчас будут уходить. Что будет вообще? Ничего не будет, понятно. Так, а это что нам показывает? У промахи. Навас. Особые приемы. О, теперь отличий сколько стало. Много после. Смотрите, статистика какая. Особые приемы, кто лучший. Желтые карточки, особые приемы какие-то. Именно мою команду пока... А, нет, все команды показывают.
Ну, в целом мне нравится статистика матча. А, ну это просто смотреть повторы, понял, да. Далее. Слушайте, но в целом, если будут темные вот этот сделать цвет, да, и опять нам показывают это все нововведение в игре. Походу, это после каждого матча такая фигня будет. Нет, купить не хочу, я уже купил. Так. Теперь девушек, да? Дело за девушками. Давайте девушек теперь попробуем. Женщины. Кто у нас? А, что, женщины только две доступны в демо-версии. Это Америка и Германия. Естественно, я буду играть за Германию. Немецкие девушки. Против Америки. Так, интересные. Появились сиськи. Так, ну давай, пусть будут они красные. Хотя белая прикольная форма у Германии, мне нравится. Так, ну давай, пусть будет, блин, белая. Американки пусть будут синие. Так, слушайте, размер груди разный, по-моему. Да, разный. Угу. Хотя, нет, размер грудей у них одинаковый. Окей, руководство команды. Вообще не знаю женский футбол. Слушайте, у них у всех столько волос на голове. Все равно, что я не знаю, буфон какой-то. А показатели, посмотрите, у женской сборной Германии. Ого-го, я не знаю. Российская сборная позавидует. Я не знаю, Дзюба с Кокорином нервно просто курит в сторонке. С такими показателями-то, а? Акинфеев здесь просто нервно плачет перед 86, какая-то Ангерер. Просто нервно курит в сторонке. Я думаю, менять ничего не будем, потому что я вообще женщин не знаю, но их тут столько много. Слушайте, даже симпатичные есть. Я не знал, что симпатичные девушки тоже умеют играть в футбол. Вот это да. Слушайте, мне нравится, мне нравится. Ну-ка посмотрим, что она умеет. 90 атлетической. Вот это да. Слушайте, мне страшно, мне страшно. Даже интересно, давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Так, здесь что надо делать? Так, используйте левый стик и РБ. Для чего? Для дриблинга. Обходить, что ли, что-то надо? О! Ё-моё. Вот так вот будут индивидуальные тренировки выглядеть. Да ё. А в этом самом... Слушайте, она такая маленькая, прикольная. Блин, жалко, реально карьеры не будет за женщину. Было бы интересно посмотреть, как у женщин все это дело происходит. А там какая-то девушка меня ждет на той стороне. Так. А, ну понятно. Как результат, как в 15. Давайте посмотрим женский футбол. А, плашки, вот это вот все будет в каждой лиге по-разному. Например, это если будет серия А в итальянской, будет как в Италии, не с немецкой Бундеслигой, как там. Ну, в общем, вы поняли, все, типа, к этому самому. К эталону привязали. Давайте смотреть, как девушки выходят. Они не выходят, они выплывают. Жопы, жопы. Вам бах. Какая интересная у нее прическа. Так, и что, гимн сейчас будет играть, что ли? В натуре. Смотрите, красивые есть даже. Слушайте. Даже есть красавицы. Но вот это вот убивает, вот это на волосах намочено, намотано наверху, это, конечно. Так. Американский гимн. Некоторые, смотрите, некоторые к сердцу прикладывают руки, а некоторые нет. Глазами так хлюп-хлюп-хлюп-хлюп-хлюп. Окей, давайте смотреть, что тут у женщин еще покажут. Ну, это стартовый состав. Нам интересен, не интересен в смысле, потому что мы не знаем тут ни одного, ни одну. Сосич. Так, фамилия у нее, правильно я прочитал? Сосич у нее фамилия. Господи, кто у нас нападение? Сосич играет. Так, американки. Вамбах. Морган. Вот это, по-моему, знаменитая какая-то деваха, которая рекламировалась вместе на обложке вместе с Месси.
Вот, смотрите, теперь так вот в статистике будет. Соло против Вамбах. 35 лет ей. Нифига себе. И она в футбол играет. Ой, интересные вратарихи. Я даже не знаю, как женского пола. Российская, кстати, осудит судья. А, интересно, видели вратарих? Как правильно женских вратарих назвать? Вратарихи, вратари или также называть их вратари? Не знаю. Они такие маленькие, посмотрите. Блин, клево, слушайте. Ух, побежали! Как она бежит, смотрите на нее, смотрите, как она бегает. Блин, так смешно. Ого, по ногам долбанула, сучка. Крашеная по-любому. Так. Так. Она почему-то мяч... Ого! Ничего себе. Ничего себе. Слушайте, реально физика другая. Ну, женский от мужской вообще отличается. И мне как-то... Ого, головой играет. Ничего себе. Девушка, да вы могете. А ну, дальний удар. Такая маленькая. Вообще, как ты на воротах стоишь? Вообще такая... Просто... Ладно, окей. Слушайте, мне нравятся вот эти вот женские. Они такие маленькие, прикольные вообще. Но физика реально по-другому, чувствуется по-другому вообще. Оп. Какая хитрая. Оп-оп-оп. Беги! Они почему-то быстро бегать не хотят. Ну, когда они, смотрите, руками как они шевелят. В принципе, у всех анимация, по-моему, когда они бегут, почти одинаковая. Ой, они кричат. Слышали? Они кричали только что. Она что-то крикнула. Показывает нам капитана немецкой сборной. Видите, она такая бежит так... Чик-чик-чик-чик-чик. Бедрами во все стороны. Слушайте, вообще офигенно. Это просто офигенно. Уйо! Выбили. Классно, мне нравится. Смотрите, как она бежит. Чух-чух-чух-чух. Вообще обалденно. Ой-ой. Посральники ей. А прыгать будет? Ничего себе. Громбаба такая. Просто... Ох ты, вот это у меня вратарь Громбаба. Вот на это сзади туловище посмотрите. Вот это пипец. Я думаю, в душевой она всем... Ей все место уступает стопудово. Вот это Сасич. Надо на Сасича то играть, короче, я понял. Ой, куда же я, пастор? Не туда. Блин, они такие маленькие, классные. Поп, поп, смотрите, фамилия Поп. Поп отнимает. У Поп боевуха. Боевуха. Эх, не обрулил два раза в подкате. А я хотел подкат сделать. Слушайте, ну прям мне нравится, нравится. Может, они с патчем там добавят женские лиги там. Это было бы прикольно посмотреть на это все дело. Конечно, они такие существуют, хотя должны... Ой, слушайте, вибрирует, прям вот когда такие падения или стычки, геймпад в 15, он так... Только когда вы попадаете там в перекладину, например, он вибрировал. Смотрите, как они бегут. Ничего себе. Ну-ка. Выпрыгнула. Она выпрыгнула. Сейчас мы попробуем на вратариху переключиться. Ой, женская судья судит. Ой, я сейчас женской... Сейчас мы играем женской вратарем. Что такое? А, вот эта новая фишка, смотрите, рисует. Спреем. Он с каким-то временем потом тоже будет стираться, как в реальности. Так, окей, попробуем вратарем. Так, по-моему, управление вратарем такое же было, как и... Ух! Вратари теперь, по-моему, реактивнее стали. Все, нам показывают эту женщину. Так и все, и вратарем я не хочу. Видите, вон она, эта линия нарисованная, все. Где мяч был, где стенка стояла. Прикольно, слушай, мне нравится. Вообще тащусь. Поп, поп. Блин, навес не дала. Отдай мяч, сучка. Сасич, Сасич. Сасич. О, прыгай. Блин, она такая маленькая вратариха. Ну, почти вернулся. Ух, как она на жопе катается. Баба, которая катается на жопе. Просто, я не знаю, это кайф какой-то.
Ну как они бегают, точнее, как они начинают разгоняться, это очень как бы офигенно. Слушайте, ребят, нам осталось дождаться демки пса 16-го. В принципе, я в нее уже на PlayStation поиграл. Но скажу, ну, естественно, что как фифер, я, естественно, скажу, что FIFA, ну, действительно лучше в этом сезоне. Вот, но пес в этом сезоне стал на голову выше. На голову выше. Это не тот пес, который был. Он интереснее стал. Намного. Мы обязательно на канале посмотрим и пса, когда он выйдет, демка. На ПК. Так, хорош. Кеме. Так. Но, ну, жопу, ей не больно? Или ей уже как бы не важно? Навесик. Ух, врезаются друг в друга. Защитники реально, кстати, как-то по-другому стали играть. Не так просто их обойдешь. Поехали. Ой, они кричат там что-то. Смотрите, ну можно вот так головой отвлекать. Смотрите, видите, она как бы это оборачивается, где соперник. Круто. Окей, поп. Не хочет поп что-то разгоняться. Я думал, он сейчас как побежит. Ух! Такие длинные подкаты. Можно прямо оттуда подкат начинать делать. То есть главное разбежаться побыстрее. Теперь зависит от скорости, как бы, сколько вы разогнались подкаты и сколько вы будете на жопе ехать. И походу на какую-то кнопку можно, наверное, быстро, резко встать с этого подката. То есть поднять свой сральник. Отлично, отлично. Хорош. О, беги, родная, беги. Мы должны это сделать. А ну, прострел. А ну, ты ударь. Что-то не получилось. Они кого-то заменили там. Ну, мы не будем делать замены, наверное. Потому что нам нет смысла. Как интересно, они держат мяч. У-у-у, поехали. Вот такие подкаты можно теперь делать, просто офигеть. Ничего себе, она раз 10 меня за майку схватила. Так, где бабёнки наши? Блин, я не туда хотел, я вон туда хотел. Да, издалека теперь вообще как-то по-другому лупится. Ну, непривычно. Вообще непривычно, но мне нравится, мне нравится. Оп. Хорош. Да тихо-тихо-тихо. Вот. Вот это хорошо. Ой, какая громбаба у меня тут. Какая она громбаба, а? Какая она, какая этот сасич. Сасич, запомните это, если я правильно произношу. Сасич. Да чё? Такой моток у них у всех на голове. Просто вообще офигенно. Мне нравится, мне нравится. Интересно, в пес 16 добавят баб? Так, пошла. Пошла. Ушла, почти ушла. Не, надо на центральную громбабу давать пас, и тогда будет все норм. Все толкаются. Смотри, что делает вообще. С собой просто протащил ее. Вот это громбаба. Вот это тоже громбаба. Да никуда ты дала пас. Она теперь, походу, куда рожей смотрит, туда и пас дает. Кому-то в голову попало. А ну дай мяч. О, хорошо. С собой зафигачило ее прям. Вот, смотри, что-то показывает там вообще. Видели, да? Сразу. Уйди, сдолбанная эта, как ее там, судья. В нее, блин, попал. За маечку-то не надо прихватывать. Интересно, они в лифчике? Просто уже такие, знаете, фантазии просто палились. В лифчиках они там бегают или без? Ну, как бы, знаете, там лишний вес, там бегать, скорость, аэродинамика, все такое. Хер его знает.
Черт, а забить-то сложно. Опа. Да уйди ты, судья, что ты мешаешься? А, поехали на жопе. С ними подкаты новые прямо увлекают вообще. Ву-у-у. Воу! Вот это да! Воу! Ох, вот это контратака. Ага, вот что они сделали. Они почему быстро так они вздыхают? Чтобы игрок все поле не бежал. Вот что они, походу, сделали еще. Ну, в целом, нам все согласится на ничью, я думаю, да. Потому что мы уже все поняли. Вот, в общем, вот так вот выглядит женский футбол. Очень много мы посмотрели. Осталось только посмотреть фут-систему. Но мы фут-систему не будем смотреть, потому что это, я уже рассказал, как она должна выглядеть. Потому что это искать других игроков. В общем, тогда бы первый взгляд у нас занял много времени. Это уже вы можете, собственно, посмотреть сами. Вот, пока на этом все. Я лично приобрел, мне лично понравилось, очень много нововведений, опасения только одно, не вернулись бы навесы. Вот в чем дело, на этом все, ставьте лайки, комментируйте, как вам и что, понравилось, не понравилось, на этом все, пока-пока.